Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я 3 лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и который так часто не сыт, и в которой Пушкин был убит, и власть не меньше, чем у него в душе. Нас этим выстрелом всех в живот ранили. Бич!